Празднование обещают яркое, с множеством мероприятий. Любителям вкусно покушать придется по душе конкурс «Лучшая уха» и «Лучший шашлык», а также конкурс на лучшего продавца. Гастрономическое торжество пройдет на Певческом поле 15 августа в 11 часов. В качестве участников зарегистрировались более 10 предприятий, претендующих на каждую из номинаций. Данные конкурсы будут объявлены в целях совершенствования престижа данной профессии, потом, значит, для совершенствования профессионального мастерства работников предприятий розничной торговли и общественным питанием. И также, конечно, самое главное у нас – это повышение культуры обслуживания.